Энергодаре, где располагается Запорожская атомная электростанция, российские военные попытались разогнать мирных граждан, вышедших на протест. Здравствуйте, с вами Юлия Будич. О главном мы расскажем прямо сейчас. Неспокойно сегодня было в украинском городе Энергодаре, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция. Мирные граждане собрались на протест в поддержку Украины. В какой-то момент начали раздаваться выстрелы. Вместе с началом российского вторжения в Украину в интернет-пространстве развернулись серьезные информационные войны. Журналисты-расследователи ТВ-8 изучили группы в соцсетях, известные своей ненавистнической риторикой. Кто стоит за целыми группами троллей? Не пропустите, расскажем через несколько минут. В Бельцах муниципальные советники увеличили свои выплаты за каждое участие в заседаниях Мунсовета. Если раньше избранники получали по 52 лея, то теперь им будут выплачивать 3100. Не обошлось без критики. Бюро по реинтеграции выступило с пояснениями в связи с появившимися в информационном пространстве сообщениями о мобилизации войск в Приднестровском регионе. В сообщении Бюро по реинтеграции отмечается, что государственные учреждения пристально следят за ситуацией в зоне безопасности, а подтверждений, что в Приднестровье происходит мобилизация войск, нет. С разъяснениями по поводу недавнего заявления Генштаба Украины, в котором отмечалось о передислокации военных на территории Приднестровья, выступили и в Тирасполе. МИД, непризнанный ПМР, сообщил, что распространенная сегодня утром Генштабом Украины информация не соответствует действительности, а все военные подразделения осуществляют деятельность в стандартном рабочем режиме. 38-й день войны в Украине. Сегодня российские войска принялись разгонять мирную акцию протеста в украинском Энергодаре Запорожской области, где манифестанты выступили против вторжения. Как сообщают местные издания, для разгона митинга использовались светошумовые гранаты. Пострадали по меньшей мере 4 человека. Во Львове сегодня на поезде доставили несколько сотен жителей блокадного Мариуполя, в том числе раненых граждан. Жители временно оккупированного российскими военными города Энергодара вышли на мирную акцию протеста в поддержку Украины. В какой-то момент начали раздаваться выстрелы и взрывы светошумовых гранат. Как сообщает телеграм-канал «Энергодар», в населенном пункте пропала интернет-связь. Российские военные начали задерживать людей, вышедших на улицы, и пытались разогнать за акцию протеста. Российские войска находятся в Энергодаре с начала марта. Тем временем колонна автомобилей с жителями, выехавшими из Мелитополя, накануне была заблокирована российскими военными в районе города Васильевка. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, несколько сотен машин не пропускали через блокпост. Как сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, Киев договорился об открытии 7 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Накануне войска вооруженных сил Украины вошли в город Буча Киевской области. Депутат Бучинского горсовета Екатерина Украинцева отметила, что пока возвращаться в населенный пункт небезопасно. В освобожденную украинскими военными Бучу доставили первый гуманитарный груз. Об этом в соцсети сообщила местная город-администрация. В город привезли лекарства, продукты, воду и хлеб. А в освобожденных Ирпене и Романовке удалось возобновить мобильную связь. Минувшей ночью российская сторона обстреляла Днепропетровскую область. Ракеты попали в объект инфраструктуры. 2 человека были ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Также накануне во Львов прибыло около 400 граждан, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя. Об этом заявил украинский железнодорожный оператор. Замглавы офиса президента Зеленского, в свою очередь, отметил, что из Мариуполя накануне удалось эвакуировать свыше 3000 граждан.
Вместе с началом российского вторжения в Украину в информационном пространстве развернулась другая война. Журналисты-расследователи программы «Кутия Ниагра Плюс» выявили целую группу так называемых троллей, которые так или иначе связаны с партией социалистов. Наши коллеги провели свое собственное расследование и узнали, кто стоит за многочисленными гневными комментариями и профилями, которые публикуют сообщения, разжигающие ненависть во время войны. Любовь Кольчишкова. В ее профиле опубликовано множество фотографий, на которых девушка запечатлена вместе с активистами ПСРМ и даже с электоральными листовками формирования. Она же размещала в Фейсбуке различные сообщения в поддержку политики Владимира Путина и даже в поддержку военных действий в Украине еще до начала российского вторжения в соседнюю страну. А когда в Молдову начали прибывать украинские беженцы, та же девушка делилась другими видео, где граждане критикуют прибывших к нам украинцев, обвиняя их в неподобающем поведении без каких-либо достоверных фактов. Кто вы такие? Вот если вам что-то не нравится, собирайте свои манатки тогда и уезжайте обратно в Украину. Кое-что корреспортирует. А этих, что ведут себя некрасиво, есть разные случаи. Не хочу говорить конкретно, чтобы не привлекать внимание, но власти должны в таких ситуациях реагировать очень жестко, направлять их в Румынию или даже депортировать обратно. Похожие профили Анна Славянка, Нопа Сарана и также профиль на имя Игоря Дадона являются администраторами другой пропагандистской группы в Фейсбуке «Многонациональная Молдова». Из того же так называемого командного центра управляется и группа Молдова Плайнатал, которая насчитывает порядка 4600 пользователей. А модератором выступает социалист Богдан Цирдя. Сам же Цирдя отрицает тот факт, что управляет некоторыми группами в соцсетях и не знает, кто может скрываться за профилями, продвигающими политику Кремля, несмотря на то, что эти профили отмечают его практически во всех публикациях. Любовь Кольчишкова. Любовь Кольчишкова. Что-то вам известно? Нет, мне неизвестны такие профили, потому что я не занимаюсь модерацией. Эти профили в каждой публикации вас отмечают. А в чем проблема? Меня отмечают тысячи людей в своих публикациях каждый день. В телеграм-канале депутата Цирди ежедневно появляются десятки публикаций. Канал имеет около 5000 подписчиков. И без дополнительной помощи управлять таким объемом информации почти невозможно. Но наш собеседник попытался убедить нас в обратном. Канал у меня уже телеграм, я уже соединяюсь с Сингур. Я сам управляю своим телеграм-каналом. Мы заметили, что за то время, сколько вы пребываете на парламентском заседании, на вашем канале выходят и по 40 публикаций. Вы это делаете, пока находитесь на пленуме. Я этим занимаюсь круглые сутки и даже хочу обратить ваше внимание, что делаю это, потому что заметил, сколько фейков публикуют некоторые телеканалы и онлайн-порталы, в том числе ТВ-8, журнал ТВ и Зярул Дегарде. Все же вне камеры, когда мы решили наглядно показать господину Цирди, что даже в момент нашей беседы в его телеграм-канале публикуются различные статьи, депутат признал, что у него есть помощники. Перед началом российского вторжения в Украину Цирди распространял в своем канале заявления официальных лиц Российской Федерации, в которых говорится о признании независимости Донецка и Луганска и причинах начала так называемой специальной военной операции. Но даже в этом случае Цирди заявил, что учитывает и мнение украинской стороны. Процентное соотношение неравное. 50 на 50. Наверное, больше 80 на 20. Даже 90 на 10%. Ничего подобного, только за сегодня 12 публикаций из 15 – это позиция Украины. Вернувшись в редакцию, журналист-расследователь программы «Кутия Ниагры» досконально изучила все публикации депутата в его телеграм-канале 24 марта, когда мы записывали интервью до 13.00. На его канале вышло 18 публикаций, которые освещали позицию российской стороны, и лишь 4 о заявлениях Киева. Служба информации и безопасности расследует целую серию случаев распространения в открытом доступе предвзятой ложной информации о войне в Украине. Сервичул инвестигазы о серии деказур привин пролиферария инпублик о информации лор тенденциуасе ши инвентате ин контексту разбойлу дин Украина. Мы направили запрос в СИБ и попросили прояснить ситуацию по поводу привлечения к ответственности лиц, которые распространяют пропагандистские сообщения в соцсетях или управляют группами так называемых троллей. Но в СИБе нам ответили, что такими компетенциями не владеют.
С некоторыми пользователями, которые проявляют агрессию, я знаю, что проводятся беседы, чтобы понять, как обстоят дела. За ними наблюдают. Насколько мне известно, ситуацию держат под контролем, чтобы не позволить кому-то распространять сообщения с призывами к ненависти или дестабилизировать ситуацию в стране. Полную версию расследования смотрите на сайте tv8.md. На минувшем заседании парламента блок коммунистов и социалистов настоял на проведении слушаний с участием главы Национального банка по поводу ситуации с уменьшением официальных резервных активов страны. Инициатива заручилась поддержкой депутатов, поэтому на пленум был приглашен Октавиан Армашу. В ходе слушания Армашу пояснил, что валютные резервы действительно сократились, и на то есть две причины – кризис на энергетическом рынке и обострение ситуации в регионе из-за войны в Украине. Однако, по словам Армашу, резервных активов все еще достаточно, это позволит противостоять общей нестабильности. Все же глава Нацбанка отметил, что в последнее время наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны населения. Уважаемые коллеги, блок коммунистов и социалистов предлагает заслушать на пленуме руководителя Национального банка Молдовы господина Армашу. В течение прошлого года валютные резервы государства достигли исторического максимума и составили более 4 миллиардов долларов. Но в последнее время эти резервы сократились на более чем 650 миллионов долларов. Мы хотим понять, какова денежно-кредитная политика НБМ в этот период. Хотим услышать конкретные цифры и аргументы губернатора Национального банка. Стимат коллеги, пропоную рядом лui депутата Антони 53 de voturi. Секретариату луас легатура, бро, ку домну губернатор. Повтим? Я по це репет încă o dată ceea ce am spus. Vedeți, nici nu credeți în ceea ce auziți. Trebuie să credeți. Позже на пленуме глава Нацбанка пояснил, что в период повышенного ажиотажа, то есть с 24 февраля до 18 марта, спрос на валюту как со стороны экономических агентов, так и со стороны физических лиц увеличился. Таким образом, накопления на банковских счетах физлиц в иностранной валюте и в леях сократились на 9%, а большая часть физических лиц предпочитала снимать деньги со счетов для покупки валюты. Официальные резервные активы продолжают превышать индикаторы критериев достаточности, применяемые в международной практике, среди которых покрытие будущего импорта товаров и услуг, которые в настоящее время установились на уровне 4-8 месяца, минимальный порог составляет 3 месяца. Поэтому я еще раз уточню, что у нас достаточно резервных активов. В период с 24 февраля по 18 марта чистый спрос на иностранную валюту возрос как со стороны экономических агентов, так и со стороны физлиц, а последние, в свою очередь, являются традиционным источником чистого предложения на валюту. Октавиан Армашу также добавил, что на фоне увеличившегося спроса на иностранную валюту повысилась и необходимость вмешательства Нацбанка, чтобы успокоить рынок, не допуская серьезных колебаний курса молдавского лея. Также на минувшем заседании законодательного органа оппозиция настаивала на проведении слушаний по вопросам сельского хозяйства и подорожания нефтепродуктов. Однако инициатива пригласить на пленум главу Минсельхоза Верила Герчу не набрала достаточного количества голосов. Увеличение пособий бельских муниципальных советников ознаменовалось жаркими спорами. Если ранее за каждое заседание Мунсовета Бельц местные избранники получали чуть больше 50 леев, то отныне будут выплачивать по 3000. Некоторые советники раскритиковали недавнее решение, поскольку принято оно было в разгар всеобъемлющего кризиса и массовых подорожаний. А вот мэр северной столицы утверждает, что пособия советников были мизерными и не пересматривались годами. Если до сих пор муниципальные советники Бельц получали за участие в заседаниях скромные суммы, около 50 леев, то с одобрением муниципального совета северной столицы местные избранники отныне будут получать больше 3000. Некоторые советники Бельц воспротивились такому решению. В своей публикации в Фейсбуке Сергей Бурлаку обвинил мэра Бельц Николая Григоришина в том, что тот пытается таким образом заручиться большей поддержкой со стороны мунсоветников.
Я понимаю желание Григоришина удерживать вокруг себя советников, но жаль, что делается это за счет рядовых граждан, которым и так тяжело, и теперь им придется содержать и муниципальных советников, подчиняющихся свите руководства Бельц, тем, что недавно увеличили и стоимость проезда в общественном транспорте в пользу некоторых экономических агентов, говорится в публикации «Бурлаку». С другой стороны, мэр Бельц Николай Григоришин поспешил пояснить причину повышения пособий, а именно тем, что до сих пор советники получали самые скромные выплаты за участие в заседаниях, а затраты на пособия для мунсоветников будут покрыты за счет существующих в муниципалитете Бельц вакансий. Раньше получали 52 лея. По предложению ГФУ было сделано предложение, чтобы они им начислялось 3000 лей в месяц. Вы просто сделайте анализ, сколько получают в Кишиневе, сколько получают в Полесках, Дроки и во всех городах нашей страны. И вы убедитесь, что в Бельцах 52 лея, это, конечно, это просто был, наверное, ошибочный какой-то вариант. А все подозрения Бурлаку в том, что мэр таким образом пытается выиграть доверие советников, Григоришин опроверг. Что Сергею Бурлаку занимается лицемерием, потому что на рабочей комиссии за сутки до муниципального совета он проголосовал за то, что будет такая заработная плата. Сам же Сергей Бурлаку нам заявил, что никогда не поддерживал инициативу об увеличении выплат муниципальным советникам. Последний раз пособия местных избранников северной столицы повышались в 2007 году. В прошлом году советники Бельц провели 20 заседаний. Каждый добрый жест имеет значение и может заставить вынужденных переселенцев улыбаться. Владельцы пиццерии в Штефанводе решили порадовать украинских беженцев и приготовить для столичного центра временного размещения любимое многими итальянское блюдо. Больше всего вкусному сюрпризу обрадовались дети. Подробности смотрите прямо сейчас. Сейчас я готовлю пиццу ранчо для беженцев, которые здесь размещены. Томатный соус, моцарелла, у нас специальные заготовки для пиццы ранчо. Галина работает в пиццерии уже несколько лет. Но сегодня вместе с владельцами заведения повар приехала в столичный приют, чтобы приготовить итальянское лакомство для разместившихся в Кишиневе беженцев. Спустя несколько минут первая горячая пицца уже была готова к подаче. А вот и наша пицца. Мы ее приготовили для беженцев. Так хороша. В основном здесь приютили женщин с детьми. Малыши обрадовались вкусному сюрпризу, а мамы были рады видеть счастливые лица своих чад. Вот пицца для вас. Спасибо большое. Давай. Любишь пиццу? Ну все, давайте кушать. Спасибо. Я приехала с тремя детками. Виктория, Олег и Маша. И сколько им лет? 3 года, 6 и 8. 3 года, 6 и 8. Пицца. Инициатива. Отличная, супер. Ожидали или? Нет, не ожидали. Нас пригласили, и мы с радостью приехали, потому что дети любят пиццу. Очень вкусная пицца. Вкусная, хорошая пицца. Ну, неожиданно, конечно. Спасибо большое за пиццу. Очень вкусно. С идеей выступила владелица пиццерии, которая побывала в Паланке практически с самого начала наплыва беженцев. Татьяна Осипова разместила несколько семей в своем доме, а теперь решила порадовать постояльцев приюта, открытого в стенах христианского центра. Мы вместе с мужем и всей нашей командой решили помочь беженцам из Кишинева. Господин Александр выделил для нас кухню. В первый день в Паланке были. Есть и граждане Украины в Штефанводе, в Каушанах. Теперь мы приехали помочь тем, кто в столице. Христианский центр «Святая Троица» принимает у себя украинцев практически с самого начала войны. Людей привезли сюда на микроавтобусах из Одессы и Херсона. Теперь многим помогают выехать дальше в Европу к родственникам. В ближайшее время сюда должна прибыть еще одна группа вынужденных переселенцев, которых на микроавтобусе вывезли, спасая от обстрелов.
Во время войны мы превратились в центр по размещению, обслуживанию, направлению беженцев. Каждый, у кого есть какие-то контакты, могут выехать дальше, но до оформления документов мы помогаем им. В самом центре доступно 150 мест, но при большом наплыве беженцев размещали в стенах клиники. Здесь временное укрытие получили женщины и пенсионеры, которым так нужен покой и уход. Мне помогают. Мне все дают, ни в чем не отказывают. Я благодарна этим людям, которые меня понимают. В клинике Пача Фамилии практически все кровати были распределены для беженцев. В этом помещении проводили терапию для мам с детьми. С начала войны в Украине границу с Молдовой пересекли свыше 350 тысяч беженцев. Более 96 тысяч в настоящее время находятся в нашей стране. Половина из них – дети. Недавние исследования аудитории местных телеканалов указывают на то, что ТВ-8 прочно закрепил свои позиции среди лидеров, расположившись на втором месте в рейтинге самых популярных каналов за последний месяц. Такие данные представила исследовательская компания iData в своем последнем соцопросе. Согласно приблизительным расчетам, по числу телезрителей, которые за последние 30 дней по крайней мере полчаса смотрели эфиры местных телеканалов, наибольшей популярностью среди граждан пользовался телеканал «Журнал ТВ». На втором месте в рейтинге популярных телеканалов по объему аудитории ТВ-8. За нашими эфирами следили больше 826 тысяч человек. На третьем месте «Про ТВ», далее следует телеканал «Молдова-1» и «Прайм ТВ». Авторы исследования измерили аудиторию не в процентах, в процентном соотношении, а в количестве реальных зрителей. Мы взяли за основу взрослое население Молдовы, около 2 миллионов человек. Это соответствует действительности. Все эти данные относятся к взрослому населению, за исключением левобережья. Я отмечу, что измерение аудитории не отражает длительности или частоту просмотров. Речь идет о людях, которые хотя бы раз посмотрели эти телеканалы. По данным того же социологического исследования, наш сайт tv8.md также был одним из наиболее популярных среди читателей. Так, свыше 480 тысяч интернет-пользователей открыли хотя бы одну статью портала tv8.md за последние 30 дней. Социально-политический опрос компании iData был произведен с 12 по 23 марта. В исследовании приняли участие больше 1000 респондентов, а погрешность составляет плюс-минус 3%. Это были новости минувших дней. Такими их запечатлели корреспонденты нашего телеканала. Оставайтесь вместе с ТВ-8, чтобы не пропустить последние новости о событиях в Украине и во всем регионе. Всего доброго и берегите себя.